Просили Бубаса, получайте, только я не хотел играть на мемориальном институте. Ой, ребят, всем здрасте, играем за Бубаса. Билд у нас наипрекраснейший. Наверное, на этом все. Всем пока. Ладненько, в общем, отыгрываем за Бубаса. Имеется коварство, имеется наед, ну, конечно, Бубас без наеда, правильно, без коварства. Также два выхода нет мы поставили. Решил потестить, что будет, если брать то и то. Вот. Ну и, собственно, видим фангу за ней. Она шифтует. Шифтует она. На хитуре я сейчас сочненько. Ай, хорошо. Найс. Первый чел, первый повес, шикарно. Шикарно. Ждем-с. Хорошо, хорошо. Хорошо. Осколочек если есть, давайте выбьем. А что происходит? Что происходит? Я даже билд не реализовал, вы чё? Хорош! Сейчас снимет, да? Не сняла, кстати. Она просто убегает. Ну, будем рассчитывать, что нет стояков, окей. Ну. Она красиво кругами ходит, ребят. Просто вывозит челом игру, ну. Ай, просто красота. Ну, ГГ, чё? Буба не контрится. Чел думает, что мы его не донесем. Вот этого мы не доносим. Прикинь, прям под ней люк заспавнится. Ну почти, ну почти. Встречайте Бубу на болоте, скажем так. Пам-парам-пам-пам. Ага, ага, он там и там. Ну, пойдем сюда сначала. Мейн есть мейн. Прыжок. Хорошо. Интересно. О, здесь еще и подвал, ребят. Ну это сказка. Здесь еще и подвал. Ну, я, короче, не знаю, игру Бубаса, какие-то вот такие игры у меня попадаются. Второй сюда.
Ждем, чё? Ой, хорош. Ой, хорош, как они это все разыграли, а? Ты посмотри на них. Разыграли, но не выиграли. Разыгровка действительно была очень хорошая. Ты посмотри, они не заканчивают разыгрывать. Что происходит, а? Гага?